Поехали. Хватит! Выслушай меня! Дай договорить! Прошу! После этих слов Рик раздумал рубить меня. Еще раз. Хватит! Выслушай меня! Дай договорить! Прошу! После этих слов Рик раздумал меня... Я хочу сказать, раздумал меня рубить. Рубить меня. Раздумал меня рубить. Давай. После этих слов Рик раздумал меня рубить. И правда. Владыка Айнс никогда бы так не поступил. Давай еще поманернее его сделаю. Поманернее. И правда. Владыка Айнс никогда бы так не поступил. Подождите, владыка. Когда Рик произнес слова «барьер отсечения от мира», его здоровье уменьшилось. Может, на самом деле это навык? Сука, давай поманернее. Я не знаю, его нельзя таким ровным. Его надо делать манерным. Подождите, владыка. Когда Рик произнес слова «барьер отсечения от мира», его здоровье уменьшилось. Может, на самом деле это навык? Да. Его здоровье уменьшалось даже при телепортации. Нет, это было превосходное решение. Но я успею. Я успею. Нет, это было превосходное решение. Падай ниц, сколько потребуется. Если это поможет уси... Ба-ба-бам. Падай ниц, сколько потребуется. Если это поможет усыпить бдительность врага. Ты ничего не потерял, просто опустившись на колени. Ты ничего не потерял, ага. Ты ничего не потерял, просто опустившись на колени. И в то же время сам противник мог решить, что я не опасен. Не был готов, что он будет смеяться. Давай. И в то же время сам противник мог решить, что я не опасен. Ты отлично ввел его в заблуждение. Хамуха. Давай еще. Ты отлично ввел его в заблуждение. Но информации все еще недостаточно. Не все его способности мы смогли распознать. Не все его... Но информации все еще недостаточно. Не все способности мы смогли распознать. Вы говорите о барьере? Позволю себе предположить, что он создан мировым предметом, раз его смогла разрушить только Альбеда, носящая при себе Гиннугана... Твою же мамашу. Гиннунгагап? Гиннунгагап. Позволю себе предположить, что он создан мировым предметом, раз его смогла разрушить только Альбеда, носящая при себе Гиннунгага. Да твою... К этому слову надо подходить. Гиннунгага. Позволю себе предположить, что он создан мировым предметом, раз его смогла разрушить только Альбеда, носящая при себе Гиннунгага. Он может быть схож с предметом сцены природы и цивилизации, который носит аура. Ну тут можно пошире, да. Он может быть схож с предметом сцены природы и цивилизации, который носит аура. Не исключено. Никогда не слышал о мировых предметах. Никогда не слышал о мировых предметах, расходующих здоровье владельца. Никогда не слышал. Да, давай, ага. Никогда не слышал о мировых предметах, расходующих здоровье владельца. Тем более, что другие его способности также расходовали здоровье. Опять болтовня, господи ты, боже мой. Сериал болт. Как будто его написали ТВЦ. Домашний писал. Возможности мировых предметов довольно разнообразные. Взять хотя бы эту. Но он усилил броню и оружие. Телепортировался. Поставил барьер. Да. Но он усилил броню и оружие. Телепортировался. Поставил барьер. Эти эффекты слишком отличаются друг от друга. Так что сейчас я не готов согласиться, что это был предмет мирового уровня. Так что сейчас я не готов согласиться, что это был предмет мирового уровня. Похоже, нам придется еще раз уступить Рику в бою. Похоже, нам придется еще раз уступить Рику в бою. Ха, я небольшой любитель проигрывать. Но чтобы одержать безоговорочную победу, нужно вызнать всю информацию о враге. Нужно вызнать всю информацию о враге.
Сатору? Сатору? Я уже убедился, что жителей этого мира и NPC можно возвращать к жизни. Но пока нет доказательств, что я и сам могу возродиться. Но... Если поставить меня в один ряд с 6 великими богами и 8 алчными королями, то шанса на возрождение у меня не будет, ведь их истории кончились смертью. Очень все сложно. Если поставить меня в один ряд с 6 великими богами и 8 алчными королями, то шанса на возрождение у меня не будет, ведь их истории кончились смертью. Лучше действовать... Да. Так что лучше действовать, исходя из этого предположения. А значит, допустимо любое поражение, кроме того, которое кончится моей смертью. Полагаю, войско Кацита уже подступает к стенам столицы. Мне еще нужно подумать. О чем он вообще? Он хочет управлять войском? Что-то задумал. Тогда я я скажу под себя. Я отправлюсь туда же. Мне еще нужно подвести последнюю черту. Не могу отказать себе в удовольствии отыграть злодея. Хотя я увлечен этим меньше Ульберта и прочих. Да это не успеть! Еще раз. Не могу отказать себе в удовольствии отыграть злодея. Хотя я увлечен этим меньше Ульберта и прочих. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can.